Всем привет! Ну вот мы приехали в Ленинград, Санкт-Петербург, Питер, как его называют. Hello everyone! We are in St. Petersburg, Russia. We're driving right now, right by the side, directional to the bridge, to the center. Мы проезжаем набережную, можете увидеть, набережную Макарова. И мы направляемся к какому мосту мы сейчас едем? Вот там, где находится Saint Paul and Saint Peter. Биржевой мост. Мы будем сейчас проезжать мимо, и вы видите сейчас вышку. Это Кронверк, да? Это Кронверк. Вот этот кораблик. Кораблик? Угу. Похоже на Кронверк. Это ресторан. Это сейчас это ресторан сделали, ясно. И здесь очень прохладно, идет дождь, а только что был вообще град. Так что, друзья, нам не очень повезло с погодой, но зато мы будем проводить прекрасное время в городе, в прекрасном городе Ленина, Санкт-Петербург. Валентина, live from Санкт-Петербург. Проезжаем Петропавловку. Сейчас мы будем проезжать Эрмитаж. Мы подъезжаем к Эрмитажу, и с правой стороны будет Адмиралтейство. А этот музей сейчас на ремонте. Это морской музей, да? Морской музей. Зоологический. Зоологический, да. Здесь кунсткамера также была. Кунсткамера дальше. Дальше. А, да, по набережной в ту сторону. Вон главный мост. Да. Ну вот, прекрасный Зимний дворец, Адмиралтейство, Исаакиевский собор. Университетская набережная. Если проехать по ней дальше, вы увидите там кунсткамеру.